Кого полетало и люто, 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 на свидание, наверное, не торопится никто. Этот концерт – подарок для землячества и общин. Ребята из 34-й детской школы искусств и 14-й гимназии исполнили фольклорные песни, сыграли на музыкальных инструментах. Сохранять и популяризировать традиции своих предков – цель каждого выступающего. Важно, ну, чтобы это оставалось и передавалось на поколение, чтобы даже мои дети знали об этом. О чем? Ну, то, что вот раньше вот так вот делали. Ну, как бы важно, одевались. Важно знать свои корни и свою культуру. Культуры своей страны. Своими выступлениями юные творческие северодвинцы показали, северные традиции живы и интересны для подрастающего поколения. Праздничный концерт посвятили 80-летию Архангельской области.